Исполнилась его миссия Спасителя, который решил претерпеть такие страшные мучения, такую страшную позорную смерть, для того, чтобы нас вознести вместе с Ним в то царство, которое Он обещал нам всем. Войти в Его царство Он приглашает все время. И в Евангелии Он об этом говорил неоднократно, созывая всех в те райские обители, которые приготовлены всем любящим Христа. Во втропоре, который он церковь поет, во гробе плотским, то есть своей плотью, находясь во гробе, в аде же с душею, то есть в ад он идет со своей божественной душой, для того, чтобы изволить из ада души тех людей, которые жили до пришествия Спасителя. И все, кто принял этот зов, пошли за Христом. Ад остался пуст. Мы услышим эти слова в день Святой Пасхи. В раю с разбойником. То есть после этого он сразу, его душа вместе с душой разбойника идет в рай. Как Бог, Он вошел туда, где и был ранен, все время, неотлучно с Отцом. И на престоле был Христос с Отцом и Духом. То есть в этой части тропари мы видим, что Он вторая личность, вторая постать Божья, Сын Божий, вместе с Отцом и Святым Духом. Вся исполнение описано. То есть все было исполнено и неописуемо для нашего ума и разума. Но тем самым совершается то великое дело, которое мы все с трепетом ожидаем. Завтра уже Господь отрет от нас всякую печаль и всякую слезу и наполнит наши сердца, и наполнит наши души той радостью, которую Он обещал всем нам. Он говорит, вы будете печальны, вы будете скорбны, но Я победил мир. Радость, которую Я вам дам, мир не может дать. Потому мы, ожидая с трепетом этот святой день, праздников в праздник и торжество из торжеств, завтра ночью мы полной радостью и полной грудью по-другому задышим. И дай Бог нам всем быть со Христом во все дни жизни нашей. Сейчас, подходя к плащанице, каждый из вас крестится, целует раны на ногах Спасителя, Святое Евангелие и больше ничего. То есть не целуем его в лицо, другие места, а только раны на ногах и Священное Писание. Всем вам, ангелы-хранители, завтра у нас часы 1, 3, 6 и 9 будут прочитаны, и вечерня вместе с литургией Василия Великого. Всем вам, после которой у нас будет освящение Пасах и Куличей. Всем вам, ангела-хранителя, мирного сна вам и будьте Богом хранимы. Спаси, Господи, всех за богослужение.